Ребят, и запомните, не знаешь, не спорь, не уверен, не спорь. Вот этот блочок, про который снято две серии Xiaomi. Вот ток потребления 1,65, 1,78. И вот заряжается телефон. Вот светится индикатор заряда. И вы слышите, никакого шума нет. Теперь включаю для сравнения лампу. Слушайте. Теперь смотрите. Подключаю другой блок. HTC. Фирменный HTC, старенький. Без нагрузки молчит. С нагрузкой чуть-чуть шумы появились, но практически, можно сказать, никакие. Включаем блок Lenovo. Так. Зарядка включилась. Тоже шумов практически никаких нету. Отлично. Значит, и Xiaomi, и HTC, и Lenovo молчат. А вот это от Mirsi блок. Включили. На холостую ничего. Включили нагрузку. И вот здесь, слышите, очень сильно фонит. Но это фонит, я вам сразу скажу, что это фонит. Это фонит, выпрямительная сборка. Я вам рассказывал, что вместо диода шотки ставится выпрямительная сборка. Ну там преобразователь такой интересный. И вот у него КПД, конечно, получается лучше. Меньше уходит на тепло, чем на переходе диода с барьером шотки. Но, к сожалению, очень сильно вот эта сборка сорит в сеть. Тут получается даже не по проводам сетевым завязка с помехами, а по вот этим вот проводам. Видите, если их гнуть по-разному, то и шумы меняются. То есть вот этот провод фактически у нас как антенна. Ну, конечно, и здесь все излучается как антенна, и из телефона тоже все излучается как антенна. Вот такие вот дела. То есть Xiaomi под нагрузкой почти 2 ампера, нем как рыба.